По соседству никто не живет? Да, пустой дом. Удачное приобретение. Ладно, львенок. Тетя Ширен будет рядом с тобой, так что развлечетесь, хорошо? Привет. Подлинная история ужаса, заставившая трепетать Скандинавию. Вы же в курсе? О чем говорите? О ребенке, переехавшем в этот дом и пропавшем без вести. А мертвые могут возвращаться? Никаким образом. Мальчик, играющий с тобой, сказал, чего хочет? Просто резвиться. Где ты? Но он боится привидения. Странные шумы за стеной. Как раз оно. Не отвечайте на стук. Я видел внутри дома ребенка. Сейчас мы вам не в силах помочь. Тетя плохая и моя мама. Недоразумение случилось из-за психического расстройства моей жены, ведь тетя Ширин добрая, сомнение сбоку. Доми куражится с чертовщина, разносящегося ужаса, ощущая присутствие посустороннего. Какого черта устроила? Заклятие. Другая сторона. Скоро.